Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Максим, и сегодня я буду опять показывать карточный трюк. На этот раз этот трюк будет с четырьмя тузами. Вот, четыре туза. Я сейчас возьму вот эти четыре туза и положу наверх. И уберу эти карты за спину. И вот что сделаю. Теперь у нас уже... Опять же, четыре туза. Ну, ладно, это было легко. Ладно, сейчас возьму... Вот так, положу тоже наверх. И потом вот так сделаю. Ой, то есть вот так. И у нас уже тут. Опять четыре туза. Ладно, сейчас возьму опять четыре туза. И... возьму, вот у нас есть раз, два, три, четыре туза, да? Четыре туза у нас есть. Теперь я их сейчас разложу вот так как-нибудь. И на каждую карту я положу по три карты, на каждую карту. Какая больше нравится вам? Карта. Ну, например, вот это, да? Вот это, да? Ну, ладно, положу вот сюда. Теперь вам нравится... Ну, вот это. Нет, я лучше вот сюда положу. Вот это и вот это. Вот это? Ну, ладно, я сюда положу. Ну, можно. Вот, все. Теперь мы разложили. Вот эти четыре туза. Какая, теперь я попрошу, тоже стопка нравится зрителям. Например... Например... Вот это, да? Вот это. Ну, хорошо, вот эти откладываем. И у нас в этой колоде уже никаких тузов нету, ничего. А вот тут уже раз, два, три, четыре туза. Вот такой вот фокус. Переходим к обучению. Нам нужно три туза. Фу, четыре туза. Как я вам сказал на видео. Ой. И когда мы кладем четыре туза, мы вообще ничего не делаем. Мы делаем так, чтобы зритель подумал, что мы другие карты подмену сюда положили. Другие четыре карты. Как же это сделать? Мы, например, берем, заводим за спину. И когда мы заводим за спину, мы ничего не делаем. Нет, мы делаем. Мы просто вот так делаем, пролистываем колоду. Так. Просто пролистываем. Чтобы делать такой удивленный вид нужно. Чтобы, о, что-то я там неправильно сделал, типа лоханулся. И потом... Опять же, и зритель думает, что тут другие карты, но тут уже 4 туза. Кстати, хорошо получилось. Так, и так можно очень много раз, там, например, второй раз, например, там, как я вот так перемешал, у меня тут сейчас не получилось. Вот так, как-нибудь вот так, чик-чик-чик. Ну, чтобы подумал зритель, что... Тут уже другие карты. И потом раскладываем, показываем, что тут 4 туза. И когда мы показываем, что тут 4 туза, он, зритель смотрит, мы незаметно берем 3 карты сверху на брейк, на мизинец. Вот так это выглядит. Вот. Потом мы берем и кладем вот эти 4 туза сверху. И потом говорим, у нас есть... С листом одного туза. Раз. Второго. Два. Третьего. И мы вот эти три карты. Вот эти три карты. Даже, стоп, да, четыре карты. Мы просто делаем вид, что тут уже вот четвертый туз, да? Вот четыре туз.
И потом мы раскладываем якобы 4 туза. Ну, вот правда, сверху есть один туз, а следующие 3 это обычные карты. Вот, у нас есть. Мы кладем вот этот туз второй картой. И потом вот так вот раскладываем. Туз у нас будет всегда второе от меня, то есть. Вот. Потом говорим, какая тебе больше стопка нравится. Он говорит там, например, вот это. Но вы говорите, нет, я лучше положу вот сюда, там, где вот этот туз. Вот этот туз. А эти 4 туза, 3 туза, делаем так, что ну кладем сюда 3 карты. Вот. А потом можно послушать зрителя, то, что может вот сюда положить. Да, ладно, я сюда положу. Ну, вот сюда. Нет, я лучше вот сюда положу. И вот так. Дальше. Я сделала видео так, что какая нравится стопка, я направила на ту стопку там, где 4 туза. Вообще нужно не так делать. Нужно спрашивать, загадай число от 1 до 4. И он загадывает, например, 3. Вы считаете 1, 2, 3 от права. Если он загадал 2, вы, конечно, считаете слева. 1, 2. Значит, вот эту стопку берем. Если он 4 загадал, тогда мы делаем, например, вот так. 1, 2, 3, 4. Вот так. 1, 2, 3, 4. Вот так и берем. И потом берем вот эти стопки там, где нет тузов. Показываем, что тут у нас нету тузов, вообще ни одного. А тут мы уже показываем то, что у нас тут 1, 2, 3, 4 туза. 4 туза. Вот такой вот фокус. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем удачи, всем пока!